И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Дима, Покемон Кэт, Макс и Энгри Панда. И сегодня мы играем в Гаррис Мод. Режим у нас Dead Run. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Кэт Макс нажимает кнопки, мы с Димоном выживаем. И получается у нас первая ловушка, это получается что, посрач? Я тебя хотел, я думал, что сейчас скажешь первая ночь. Не-не-не, первая ночь с посрачью. Слышишь, что какая-то чавканье какое-то происходит у нас? Да, да, кстати, это означает то, что если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Так я потише звук. Если вы чавкаете, да, классный намек. Так, все, Кэт Макс, ты готов нас бомбить, так сказать? Да. Так, а первая ловушка, мы уже на ней стоим. Нажимай кнопку. Вот дурак сказал, нажми кнопку и умер. Гениально. Так, ладно, я поддался специально. Так, а тут надо быстренько пробежать, да? Я бегу. О, гон быстрый. Так, Димон, следующая ловушка. Зачем ты нажал, Кэт Макс? Кэт Макс, ну ты Кэт Макс, конечно. Пойдемте дальше. Оп. Все. Кэт Макс все просрал. Так. Не спеши, не спеши, Димон, потихоньку. Это не я первый. Так, смотри, это печатная машинка денег, да? Ну, она тебя распечатает сейчас, из тебя деньги сделает. Распечатает. Ого! Убила? Не убила. Нет, меня не убивала еще. Спрыгиваем вниз. Спрыгиваем вниз и проигрываем. Ой, а здесь штыки, Димас, аккуратней, подожди. Тихо, 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 тихо. Не спеши, не спеши. Блин! Я постою, подождите, не спешите, не толкайтесь. Лечу к вам, прилечу. Я постою, я постою. Да что такое, Димон, а как нам пройти? Это типа пики точеные или... А, подожди, это не то. Сейчас, сейчас, сейчас. Обходить надо здесь как-то, короче, да? Паркурим дальше. Короче, какая-то фигня здесь творится, я просто облечу. Вот так вот. Блин, да фига я опять на них налетел. Хорошо, тут ракета, не спешим, Димон. Так. Как я думаю, что она сделает? Убьет тебя? И каким образом? Она просто взорвется. Ну давай, давай узнаем, иди. Не. Сейчас мы его на понт возьмем, он сейчас мы обманем его. Как ты думаешь, получится? Ой. Димон, так нечестно. Кэт Макс, почти. Ты ракету... Давай, стой, я обнулю. Стой, так нечестно. Все. Давай, Димончик. Я иду. Классная, да, ракета? Блин, да прям... Ну, блин. Чё ты ржёшь? Назад наступил. Да блин, ты толкнул меня, кто? Блин, вы ржёте. Оп. Чуть не упал там. Я проскакиваю. Я проскакиваю. Ого, нажахнуло. О, это атомный. Ребята, лайк за взрыв. Взрыв вообще нереальный. Просто так, какой-то Макс, виртуальный. Тут, смотри, какие-то карандаши тут болтаются, что-то не очень хочется. Стой, 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 здесь какой-то есть Димон подвох. Все, подвох я уже прошел. Так, я на нем стою, наверное. Пошел я наверх, Димас. О, я за тобой. А что тут делать надо мне, кстати, интересно. Так, а надо прыгать вниз, я понял. Димон, это все время от третьего лица играю, прикольно. От третьего? Ну видишь, я меч в руках все это время держу. Ну-ка, давай-ка посмотрим, как это будет выглядеть со стороны. Так удобнее паркурить намного. Да? Во. Нормально, ребята. Вся семья в сборе аниматроников. Да, да, давай. Пока. А, не стреляй. Он не нажал, я иду. Он не нажал. Это кроватка маленькая? Прикольно. Тебе, Димон, где-то дверкой придавило. Блин, крутая ловушка, разработчику респект. Странно, странно. Так, спрыгиваем. Спрыгиваем. О, тут машинки бы... Блин, больно по ногам проехались. Так, а здесь подарки, подарочные. Так, 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 пацаны, я с вами. Они током фигачат. Вот что. Вот оно. Нифига себе подарок. Электричеством ударило. Ага. Иди лезь. Думаешь, опа, возьмешь подарок какой-нибудь красивенький. Погнали. А, вот эти деньги, которые фигачили. Динозавр, стой! Уходи! Динозавр, допусти Чика. Это из Димон, истории игрушек, да, Димас? Да-да-да, давай, Димон, иди. Динозавр говном дышит. Пердит! Фу, динозавр, вонючка. Вонючий динозавр. Так. Все, он вроде пропердился, мы пошли. Все, я пошел.
А здесь эти инопланетные, короче, чубики. Ого, тут ска... Кто насрал? Кто насэрив? Насэрил и вредался, все, говно. Опа, а здесь очень скользко, да. Так, а теперь можно выбрать, как мы убьем вот этого человечка, покемона, который нам тут все это делал. Я сюда иду. Ого, тут пулемет. Ой, гасим этого покемона пикачушного. В воду, Дима, стреляем, в воде где-то. Блин, четко. Ну попробуйте. А ты что, внизу в воде, да? Нет, я не в воде. А где ты? Я там. Кончилась кабака, Димон. А давай ты постреляй. Давай. Есть! Все. У тебя крышка унитаза прифигачила. Давайте я буду нажимать. Давайте. Давайте. Есть, блин, просрала. Я думал, этот Кэтмакс пойдет. Да. А что тут за дерьмо? А вот... А, что не прошло? На акулу кто-то насел. Я прохожу. Так, пики точёные. Ладно, здесь колья. Так я же не коснулся, я! Ладно. А вот так вам и надо. Понятно? Проиграл. Ракета. Ракета. А как я пробежать здесь? А вот как-нибудь пробеги. Чё, не хотите? Да я далеко! Вот это ножак, я даже дернулся. Очень жестко бахкает. Чё с паркуром не работает что-то? Ну чё? А? Да что такое? Чё я туда в дырку не попал? Так, вот я иду сюда. Офигеть, это лазер такой крутой. Вот я иду сюда. Вот я прыгаю сюда. Так, я знаю, здесь дверка прихлопнет. Не смог тебя прихлопнуть, не смог. Так, подарки. Ну, смог машинками меня расфигачить. Ну да, машинки — это такое дело. Читерское. Так. Ну чё вы, а? Подарки-то любите? Не любим. На. Да что? Да почему? Ждём, пока пройдёт. Убьют подарки, если ты пройдёшь? Я не знаю. Эх, залка нельзя заново. Говнюки! Говно! Нет! А, чё давать-то тебе? Я жду, пока ты будешь проходить. Есть, поймал, давай дальше, поймал, Димон. Поймал меня. Блин, просрала. А там нереально пройти, ты все равно упадешь. Точно? Да. От жопа. Ладно. Пролетай на В лучше, там никак. Говорил тебе? Блин, реально никак. Ладно. Так, а вот эта штука, кстати, ей ни раз никто никого не убивал. Давай, я попробую. Попробуешь, да, все-таки? Да. Жопа, не успел. Вот этой штукой тоже никогда никто не убивал. Блин, да как это я нажал на одну секунду? Придавила тебя? Нет, я не умер. Ладно, Играйте. Давай, Димон, здесь. Давай. Проиграешь, я понял. Да ну, эти Коля, как их... Давай ракету. Так, на счет три. Раз, два, три. Блин, Коля! На Коля насадился, как и я, молодец. Коля убили. А не твоя ракета. Блин. Ну красиво было. А, не, сработало. Надо было, Дима, подождать, наверное, после взрыва еще чуть-чуть. Так, Дима, что будем делать тут? От говно просрало, ладно, дальше. Давай. Иди, Чика, не ссы. Ты. Ой. Блин, я не знал, что он так будет стрелять. Думал, проверить, что он стрельнет. Иди давай, Дима, иди. Офига себе. Меня чуть не убило. Так, все, падаем. А тут у нас... дверцы! Блин, я случайно нажал, стой, Димон. Стой, не нажал. Во, все.
Блин, там попал. Не видно. Я знаю. Два Дима здесь. Я знаешь, что хотел остановиться, не успел. Последнюю секунду. Ой, сюда. Давай. Все. Подарки твои любимые. Так, подарки мои любимые. Да как? Кстати, они не сразу убивают, они сносят помаленьку, Димас. Давай тут. Давай. Есть, есть, есть! Давай здесь. Блин, ты меня, походу, везде, да, убивать? Да, да, больше всех. Ха-ха-ха-ха, Ингри Панду убил. Так колышки тут всякие. Этих я помню из Давай. Мультика. Да как? Ты обновил, говно. Да, я перед тем, как ты... Ихи, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подпишитесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.